ход белых белые выигрывают. Данной задачке легла основу связка, такой принцип связка. То есть смотрите, шахи простые, каким-нибудь ферзем ничего не дают, здесь черные закрываются, никакой перспективной атаки не видно. Ну здесь белые хорошие. Белые, ну имеется в виду умные, разумные, если бы они играли, то они замечают такую маленький нюансик, что, во-первых, слон связывает эту пешку, во-вторых, ферзь находится в запертом положении, не имеет никаких ходов. Поэтому мы выигрываем через эту связку самую сильную фигуру. Конь Е6. Конь напал на ферзя. Пешка не имеет хода, потому что связана еще раз. И белые выигрывают ферзя.